Железнодорожная станция «Химки». Сюда приезжают электропоезда из Москвы и области. Несмотря на режим карантина, проходимость по-прежнему высокая, а потому санобработка обязательна. Как и чем дезинфицируют входные группы вокзала, прилегающие дороги и тротуары, а также остановки общественного транспорта, проверил лично глава округа Дмитрий Волошин. Препарат, одобренный Роспотребнадзором, Полимикс подходит для обработки зон массового скопления людей на открытом воздухе. Хлор в составе убивает болезнетворные вирусы и бактерии, предотвращает рост новых. Следующая точка – близлежащие продуктовые магазины. Здесь проверяют наличие разметки, а также обращают внимание на внешний вид продавцов. Маска и перчатки – обязательные аксессуары. Кассы, тележки и корзинки каждый час мы дезинфицируем, удаляем. Но я смотрю, людей не очень много, да, сегодня? Да вообще, ну, гораздо меньше стало клиентов по сравнению с обычным периодом. Крупный гипермаркет популярной французской сети – еще одна локация. Готовность работать в условиях эпидемии главу городского округа удовлетворила. Порадовало и то, что руководство продуктового позаботилось о своих сотрудниках. Всех, кто старше 65, отправили во внеплановый отпуск без потери рабочего места. Такие проверки, заверил Дмитрий Волошин, отныне станут регулярными. До конца эпидемии все места массового скопления людей будут под пристальным контролем администрации.